На трассе М9 произошло ДТП, рейсовый автобус съехал в кювет. С данной аварии к нам поступило 6 пострадавших. В настоящий момент состояние их всех стабильное, оценивается как легкой и средней степени тяжести. Травмы различные, есть и черепно-мозговые травмы, и переломы костей конечностей. Один пострадавший был переведен в отделение челюстно-лицевой хирургии по профилю, ну, в связи с характером травмы. И в данный момент к нам приехали психологи МЧС и работают с пострадавшим. Получилось все достаточно быстро. Все больные были буквально в кратчайшие сроки обследованы, выполнено КТ, УЗИ, рентгены, всем осмотрены хирургами, нейрохирургами, неврологами, буквально в течение нескольких часов.